иконы Богородицы. Если пожелаете, сможете к ней прикоснуться. Также вы видите у подножья города Кира, в самом низу, старый порт, место Ялор. Видите, также фуникулер поднимается и спускается. Этот фуникулер здесь появился в конце 20-го столетия. Построил его знаменитый местный греческий богатый очень человек Спир Петрос Намикос, извините. И он построил его за свои средства.